Выпускной – это особенный праздник. Это день взросления молодого поколения, будущего нашей великой страны. От лица Русской Православной Церкви, от лица священнослужителей 1 и 2 Михайловских благочиний хочется всех михайловцев поздравить с выпускным 2020 года. Дорогие учителя, первое обращение, конечно, к вам. Огромная благодарность за ваш самоотверженный труд, за то, что вы растите наших детей, за то, что возрастаете достойное поколение для нашей страны. Также хочется со словами благодарности обратиться к родителям. Вы большие молодцы, вы вырастили очень хороших детей, тех, которые смогут и защитить Родину. Во многих других сферах они достигнут успехов. Мы будем ими гордиться. Ну и, конечно, самые большие слова поздравления обращены сегодня к ребятам, выпускникам 2020 года. Дорогие парни и девушки, хочется к вам обратиться со всей душой. Хочется пожелать всем вам, чтобы Господь хранил вас на выбранном вами пути, чтобы вы никогда не забывали наставления родных и близких людей, своих педагогов, родителей, всех своих родственников, чтобы мы могли гордиться вами. Этот год для всех выдался весьма непростым. Вторую часть года за всеми вами, за вашими успехами мы, к сожалению, наблюдали только на просторах интернета, различных соцсетях. Я тоже лично за вами, за всеми наблюдал. Очень было отрадно видеть ваши успехи на онлайн-поле. Очень было отрадно видеть, как вы не сдаетесь, несмотря на сложные жизненные обстоятельства. Поэтому всем вам желаю силы воли для преодоления любых проблем, для достижения поставленных целей. Ну и, конечно, будьте верными сынами и дочерьми нашего великого Отечества. Храни вас Бог, добрый всем путь. Благословение Господне да пребудет со всеми вами.